Значит, забег 65-й. Привет, Underground. Привет, Хьюминам. Так, это сюда маленько убрать. Ага. Поехали, 65. Интересная активка. БМ-46. 3B1R. Рейндж не очень, те рейд не очень. Скорость хорошая, дэмэдж стандартный, окей. Вроде терпимо. Какой самый сложный челлендж? Скорее всего, ультрахард самый сложный. Потому что он даже называется Ультра Хард. Это ж не просто так. Это неспроста. Ого. Окей. Привет, Скайсар. А мне челлендж без нормальной стрельбы сложнее ультрахарда. Ну там много типа странных челленджей, но все, например, ультрахард сложнее средним. Типа темп тренер тоже бывает сложным. Какая-нибудь Блоди Мэри тоже бывает сложной. Там, в принципе, вариантов много. Но все же, по-моему, ультрахард, наверное, самый непостоянный челлендж из всех, наверное. Как ни крути. Привет, дай жобу. Я играю на компе. Я вообще не знаю никого, кто делает стрики на приставках, по-моему. Это очень редкий, по-моему, случай. Я играю на геймпаде. На PS5 контроллере. Ни одной бомбы, офигеть. Ну и ладно. Слепой Гапи мой ночной кошмар. Но он сложен, а там типа до ноги, поэтому маленько нивелирует сложность из-за того, что это очень короткий челлендж. Вот если бы он шел хотя бы до сердца, было бы, наверное, забавнее. А то и куда-нибудь до кафедрала вообще. Вот тогда, наверное, было бы смешнее. А так, в принципе, все, что до ноги идет, то, ну, по умолчанию не особо сложно, по идее. У нихуя себе карта. У нихуя себе обосрался. Ладно. Как-то синхронно бахнули. Мозги. Мозги сложный челлендж, но опять же, не сложнее ультрахарда и прочего говна. Прям ну совсем не сложнее. Мозги это больше про терпение челлендж. Там нужно терпеть. Терпеть и ждать. Он не мега сложный. Плюс много чем можно поломать челлендж. Там все, что типа. Бэбики всякие, мавы и прочая хрень, ну, стреляет типа и так. Кстати, раньше, по-моему, это не работало, по-моему, это в репе исправили. По-моему, раньше мав не работал в таких челленджах, где ты не мог стрелять. Хотя, по-моему, не заряжались такие айтемы. Так что теперь еще их ломать стало проще, именно в репе. Так, шанс не очень большой, что ты найдешь, но
Ты при этом все еще там можешь найти. Поэтому это тоже упрощает жизнь. Ну, он душный, да. Я говорю, там, ультрахард, какой-нибудь темп-трейнер, онанстрик, Блоди Мэри, мозги, кокомок, наверное, тоже плюс-минус. Они просто душные немножко. Но один хер, мне кажется, ультрахард пройти с первого раза сложнее всех, по-моему, всех остальных челленджей. Именно без рестартов, типа, взять и пройти. Мозги в репе меняли, потому что демо уже стало больше. Сейчас, по-моему, все, что бахает, стало дамажить больше. В этом плане вроде менялось, да. Здорово, Блэкваш. Прощай, автомат. Вообще-то я бы хотел и алабастер забрать, наверное. Здорово, бушек. Проверим, что это. Ха. Не зря. Не зря проверили. Дай бомб. Спасибо. Так, где первая секретка? Здесь? Нет. Здесь? Нет! What the fuck? А, еще тут еще может быть. Капец, вариантов много, казалось. Но, ровно. Ровно хватило. Ну, давай. У меня, благо, хп вроде довольно много. По идее, я не пострадаю. Это будет точно рана ангелов. Ах ты ж, это ладно, нормально. Надо как-то успеть алабастер перед ангелом зарядить. Я не хочу такой тирейд, мне он не нравится. Здорово, Хугадога. Привет, Мэтт. Окей. Боссов стил. Тоже неплохо. Тоже нормально. Лишний зарядит, к сожалению. Опять эти чудики. Да ёб твою мать. Думал, там не заденет. Ну-ка. Нашли билд на этаж. Тот самый билд на один этаж. Кушай. А, да, он еще сам на водке. Что может быть даже плюсово здесь.
Ми. Да ёпт. Все нормально. О, еще кинцифорова. Еще одна. Я с собой ее не возьму, по-моему. Ладно. Так, а где секретки? Так, взорвать тоже надо. Кэшвардс. Сука. Пиздец, комната. А, это был сдвоенный, окей. Такие здесь секреты, конечно. Охуительно. Ну что в меня улетело? Угу. Угу, и ни одного синего. Очень плохо. Ну, ладно. Щеры, блядь, пососные. Что же не помогает? Алабаса не бросаем. А я, по-моему, уже и не куплю его. Или там свечка была за 7. Внимание не обратил, сколько она стоила. Так-то по идее надо, потому что у меня билда нихуя нет. Алабаса может нихуя не дать абсолютно. Свечка-то, считай, уже пройденный раунд. Так что, возможно, алабастер нахуй сейчас пойдет в этом говноране. Ну да, тут тоже нихуя не дают. Ну да. Все же, видимо, без алабастера пойдем. Это слишком хуёво висит. Чтоб надеяться на алабастер. Увы. В другой жизни алабастер прокнем. Просто обидно, потому что у меня джаджмент есть, правда, при этом. Но, блин, играть просто нечем. Так хоть буду с свечкой играть. Пускай красный. Но это хоть что-то. И обидно за Кинси Форева. Я тоже с собой не могу ее забрать. Нечего же, тут нечего ролить, да и нечем ролить. Вернее, есть еще ролить, но тут нечем ролить. Я в теории же мог паролить эту, а этому руму как-то плевать. Пам-пам-пам. Так, золотых бомб больше нет. Восемь копеек. Все по
пока остаются. Так, это мой костер. Этих костров можно не бояться. Ну да, свечка явно того стоила. Неплохо уже помогает. Тут один? Да, он тут один. Меченых нету. Вообще деньги нужны, потому что сейчас будут ангелы, я буду ангела ролить. С ключом вместе, скорее всего. Что деньги все-таки доставать придется, я думаю. Эти деньги тоже, может, достать придется. Очень возможно. Тут два пойдем. Нет, уже один. Здесь. Ну и ладно. Ну и не здесь. Блин, она тухнет быстро, капец, такая свечка. Все-таки синяя мне побольше нравится. Тык-тык-тык. Обалдеть. Полезно. Полезно вышло. Привет, стер. Уф. Нет, дипеса вообще нахуй нет. Его еле добить успел. Куда ты стреляешь, придурок? Скелетный придурок. Там даже не было. Иди сюда. Иди сюда. Ну. Чё, магаз? Вот деньги. То, что надо было. Тут даже самонаводка в тему на эти бомбы. Здорово, Юнова. Часы. А ты знаешь, на самом деле возможно. Типа, если будут роллы херовые, я же могу задолжить, правильно, юз джаджмент карты. Или могу роллы даже вернуть, наверное. Правда, там сделка может не открыться, если я нажму часы. Это рискованно. Это рискованно. Посмотрим. Так, сейчас босса будет бить нечем. Один минус. Нет, уменьшения не будет отставания. В этом нет смысла. На ютубе контент должен литься рекой. Значит, нам надо месяца два, чтобы был запас всегда. Так что там всегда будет отставание. Оно будет только увеличиваться. А в принципе, оно не так сильно увеличивается. 16 по 3 рана в день заливает, это много. Да нет, нагнал маленько, но все равно там где-то, считай, ранов 60, считай, отставание сейчас. Там стрик только начался, тут уже идет какое-то время. Любище, умри. И бомбы. Звезда. Звезда — это неплохо. Звездой можно весь рам пройти. На самом деле. Я думаю, просто выберу. Рам уж просто не будем ролить сейчас. Охуй. Просто не ролить и свечку забрать. Понятно, в принципе, можно уже не брать свечку. Пойти со звездой вместе. Просто типа идти по звезде. С часами можно дальше идти.
Ух, зря его убил. Ладно, зато забрал ключ. Шанс на ангела может быть больше. Ладно. На это так пойдем. Здорово, Пандиджитал. Потому что если я наролю хуйню и нажму часы, я потеряю звезду. Сделка может не открыться второй раз. Поэтому я и не проверяю роллы. Терять звезду — это очень глупое занятие. Что-то очень сильно айтем. Особенно своим билдом текущим. Нет, это так не работает, Буш. Чисто тебя в одну и ту же руму возвращается, если ты их спамишь. Они туда-сюда. Так не работает. Блин, даже дать часы. Ой, часы, звезду. Ну, то есть я свечку как бы на звезду, считай, променял. Пока еще не уверен, что это было хорошее решение. Потому что билда пиздец нет никакого. Типа, если я теряю звезду, я просто ничего не могу сделать. Просто базовые статы, даже хуже базовых стат на депс 1. Просто пустой ран. Ну, рейндж я мог себе увеличить, но что-то хп взял. Подумал, хп будет полезнее. Кстати, тут Акинси Форева. Походу все спешл румы пойдут мимо, да? Я уже к боссу явно иду, где-то близко уже. Ну быстрее. А, нет. А это рума будет. Ну, тут можно роллы проверить. Тут уже можно роллы проверять. Блять, как я охуенно взрываю черепа. Ладно. Блоди гусь, у меня телепорта нет. Это слабенько все. Ну блин, ради лука тоже, думаю, этого не стоит. А что было без рула? Я уже забыл телекинез. Ладно. Вряд ли здесь был уже планетарий, пофиг. Планетарий уже похуй. А звук такой был. Не запомнил первый айтем. Пофигу. Фигеть, аж огромный. Так. Что-нибудь здесь хорошее может будет. Не будет. Это можно потыкать будут часами тоже. Типа гусь был неплохой, но, блин. Если хотя бы был бы телепорт, тогда, возможно, я бы пошел бы с гусем поломанным. И часами. Это рума на пол нахуй века. Ладно. Нашел тауру. Как ты охуенно, блядь, перемещаешься, мистер Кейдж. Ну-ка. Ну, опять ангел. Стер. Спасибо за 150. Она играет? Где играет? Опа. Тут чисто паролем. И благо синий ангел. Хорошо.
Что, опять какая-то музыка из переменки 7-го Б-класса пошла? Наша любимая музыка. Да, Шайтон? Да, Айтон. Ну и ладно. Если ничего не будет, я могу, в принципе, задолжить роллы. Эту сделку. Попробует задолжить. Тут вообще нихуя нет. What the fuck? А, окей, good head есть. Ладно. Это было долго, но мы справились. Ну, теперь это похоже на билд хоть какой-то. Хоть какой-то билд. Не зря ждал. Это призма сильнее Sacred Heart, да? Какая призма? Что? А, про звезду? Ну, звезда демажа дает меньше, чем Sacred Heart, но дает плюс тера, это много, поэтому сложно сравнивать. Их все же слишком разные механики. И плюс из-за звезды тебе приходится идти всегда в этой ауре, что тоже как бы ограничивает. Тоже не особо удобно. Так что все же мне кажется, Sacred Heart удобнее. Жизикаром. У нас только сливки музыкального контент. Всегда. Походу еще пришло. Еще сливки. Спасибо за 200 рублей, Гашира. Ура, ЗП пришла. Музыка, это приятно. Поздравляю. Здорово, Жизикар. Можно, да, наверное, взять. Вообще, да, может реально купить уже детонатор. Стоп, что это? Это явно не блюр. Меня же явно обманывают. Это явно не оно. А, да. Это такой мешап. Хуя себе. Хуя себе. Это внезапно. Причем ты реально перепели, что ли? Забишь меня, кстати, это маппинг есть. Вернее, не маппинг, а это звезда есть. Купил карту, сразу же лост первым же этажом. Перевод на русский. А, наверное, да. Сонг 2 просто на русский перевели наконец. Озвучили. Ёп. Кстати, это может быть налево. Нет, наверх. Тут не знаю куда. Ну-ка. Как же я, блять, обожаю эти румы с карт-вомба. Какие они сексуальные. Налево, направо. Налево. Mm-hmm.
Как дела, Шнова? Все, заебись. Музыка закончилась. Нового, по-моему, ничего. А, ну, собственно, вернулся. А так вроде все, как всегда. Тирейт. Как самонаводка с белком работает? Ну, вроде оно еще лучше самонаводит. Еще больше. Наверное. Не знаю. Привет, Захар. То вниз или... То вниз, наверное, налево, явно. Да, ёб твою мать, этот ебаный Брим полгода остается на экране. Думаю, уже закончится. Ах ты ж, ебище скрылось. На. Ключи уже, скорее всего, не пригодятся. Ебаный глаз, нахуй. Тупая самонаводка. Слева вроде. Недавно купил ком тесто и стрим еще приятнее. Кайф. Ну, компот всегда приятно. Звезду. Блять, не стреляй, туёбище. Нахуя ты стреляешь? It's like she's fucking five. Лечи мушки. Спасибо за 100 рублей, Шварц. Лечение ушей. А, ну да, это похоже на лечение ушей. Там аниме? Нет, там лучше, чем аниме. Там все намного лучше. Блять, блайнд. А, кстати, пушку я уже даже возьму с собой. Это будет прикольно с этим, с гудхедом. А хотя сейчас уже не так уж прикольно. Сейчас, сука, даже пушку понерфили твари с гудхедом. Ну, вернее, они гудхед... Понерфили они пушку, наверное, скорее. А вроде нихуя не... Не дамажит мне в пизду. И там не стоит того, риск лишний. Блин. Лоджисти. Я... That Godhead nerf is really visible with glass cannon.
Back in the day it would be a little bit stronger, I guess. But not anymore. В принципе, даже получил быстрее, чем я думал. 65. Джим.